В Екатеринбурге вечером, уже в потьмах, в пятиэтажке на Братской 3, что на Вторчермете, со второй попытки выгорела квартира на первом этаже, которую владелец сдавал неким асоциальным типам. По картинке видно, что между окнами сгоревшей хаты на стене висит рекламка «Сдам комнату». По словам всезнающих соседей, у хозяина этого адреса по Екатеринбургу аж 17 квартир, и он сдает их кому ни попадя. Ну, то ли посуточно, то ли на среднесрочную перспективу, да так ли это важно? Главное, что вечером в съемном адресе на Братской 3 зависали три типа и, вероятно, бухали и уж точно курили прямо в квартире. Первый пожар в этом жилище приключился за час до полного выгорания. Началась эта череда беззаконий с того, что пациенты покурили на диване и запалили его. Как ни странно, обитатели съемного адреса позвонили не по 01, а хозяину жилища. Он примчался и, прикиньте, успел затушить диван. Он потушился сам. Огнеборцы на первый пожар все-таки приезжали, но квартиросъемщиков не застали, ибо те сочли за благо свалить. Очевидно, что как только пожарные уехали, в подгоревший адрес вернулась та же самая бригада отдыхающих, и через час после первого воспаления случилось второе. Соседи заподозрили, что источником огня стала электроплитка, ибо газ там отключен. Но это не факт. Если эти люди в первый раз покурили на диване, то, впрочем, это выяснять экспертам ИПЛ. За сегодняшний день это уже был второй выезд по данному адресу. У них газ отключен, и они готовили только на это, на электро. Да. Котлеты должны. Но... Огнеборцы на рецидивное воспаление приехали быстро, ну, благо за вечер маршрут выучили. На этот раз полыхало обильно и всепоглощающе. Адрес выгорел на 40 квадратах, ну, то есть практически полностью. И красный петух уже собрался было попотчеваться балконом второго этажа, но пожарные ему не позволили. Едкий дым распространился с первого этажа по всему подъезду, потому всех аборигенов пришлось эвакуировать из теплых насиженных квартир на прохладный вечерний воздух. Троих жителей с пятого этажа спустили по 30-метровой автолестнице, остальные ушли подъездом. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Начальником караула было принято решение поднять ранг пожара до 1 бис. Благодаря оперативным и слаженным действиям Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона с помощью спас-устройств спасено 20 человек, с помощью автолестницы спасено 3 человека. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространения горения на вышележащие этажи, травмированных и пострадавших на пожаре нет. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На пожаре было задействовано 27 человек личного состава, 8 единиц техники.